Я часто читаю комментарии, что россияне якобы мечтают вернуться из Америки назад в Россию. Мол, они здесь настрадались и просто просятся назад. И прочий бред. Так вот, депортация назад в Россию из Америки бесплатна. Просто уведомляете миграционную службу, и вас пуньк назад в Россию. Как пробка вылетаете, без возможности вернуться назад в Америку. Потому что Америка знает, что в Америке уровень жизни гораздо выше, чем в России. И Россия знает, что в Америке уровень жизни гораздо выше, чем в России. А фразы по типу «россияне не могут выехать из Америки, потому что кто их выпустит с долгами, да и назад им некуда возвращаться и незачем» – полная лажа. Потому что в Америке зарплаты в разы выше. Если люди продали в России одну квартиру, назад они могут уже купить, когда вернутся, в несколько раз больше квартир. Потому что зарплата в Америке просто в разы больше. Так что все эти бредни про то, что россияне мечтают вернуться в Россию, но не могут, это полная лажа. Вернуться в Россию – это бесплатно. Пуньк! И вы назад в России, без возможности возвращаться в Америку. Вот и все.